Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть James Bond Agent 007. Давайте. Мы в космосе. А что-то прыжок не работает. Нам нужно пройти здесь, не подняв тревогу. Осторожно, Джеймс. Нельзя, чтобы нас заметили. Так. Ты должен расчистить мне путь. Джеймс, блин, не получилось, да? Блин. Мы должны найти комнату управления и остановить запуск. Значит, надо отвлечь. Не подняв тревогу. Осторожно, Джеймс. Нельзя, чтобы нас заметили. Ты должен расчистить мне путь. Это что? Джеймс. Королевство кривых зеркал. Не могу поверить, что мы уже здесь, в космосе. Да. На. Драксу. Мне повезло, что Дракс взял меня с собой. Охрана! Посторонний! Через 10 тысяч лет его будут вспоминать как человека, который спас. Вот так. Падла. Далее. Заперто. Подожди. Окей, жду. Вашу мать. Обработка запасных векторов. На. Посмотрите себя! Блин. А почему у меня оружия нет? Без оружия, блин. Заперто. Подожди. Окей, получилось. Так, подожди. Начать процедуру подготовки. Перевожу клапаны на ручное управление. На. Вот так пока. На. Очистил. Охренеть. Да вообще не то. А как отсюда выйти? Во. На. Пока все нормально. Нужно вызвать помощь. Подтверждаю координаты. Охрана! Посторонний! Блин, успел нажать, тварь такая. Оп. Ай.
Подожди. Охрана, сюда. Начать отслеживание вектора цели. Так. Пока все идет путем. Ой, девчонку-то жалко нахрен. На. На. Вот так вот вас всех. Ну, вроде нормально справился. На всякий случай. А случай бывает всякий. Идем. Защиту. Окей, попробую открыть теперь. Подожди. Понятненько. Блин. Комплекс, да? Так, найдите зал управления шаттлом, двигаясь по следу токсинов. Так, дополнительные цели. Компьютер терминал во внешнем кольце, выбросить груз. Наверное, отсюда запускают капсулы. Боже мой, сколько их тут? Так. Джеймс, мне нужно, чтобы ты задержал процесс погрузки, пока я отключаю систему. Мы не можем допустить, чтобы хоть одна из этих капсул стартовала. Джеймс, найди серийный номер этой капсулы. Да где? Я саму-то капсулу не вижу. Поставь погрузочную узлы с терминалами. Охренеть. Блин. Провалил на пустом месте. Поехали. Джи. Наверное, отсюда запускают капсулы. Боже мой, сколько их тут? Джеймс, мне нужно, чтобы ты задержал процесс погрузки, пока я отключаю систему. Мы не можем допустить, а чтобы как? Одна из этих капсул стартовала. Джеймс, найди серийный номер этой капсулы. Попробуй ввести серийный номер на одном из пультов. Да подожди. Может, это как-то удаленно делается?
Наверное, отсюда запускают капсулы. Боже мой, сколько их тут? Джеймс, мне нужно, чтобы ты задержал процесс погрузки, пока я отключаю систему. Мы не можем допустить, чтобы хоть одна из этих капсул стартовала. А, 7.54. Блин. Запоставь погрузочные узлы с терминалами. Где? Как? Что делать-то? Винский. Давайте вот так. Это где-то пропустил. Наверное, отсюда запускают капсулы. Так. Ага, во. Заметил, смотрите, вот буквы какие-то есть. И у нас было от А745. Чтобы ты задержал процесс погрузки, пока я отключаю систему. Мы не можем допустить, что... Так, 745, подождите. 7. Джеймс, еще одна капсула готова. Где? Б-164. Сто. Так. Смотри, еще одна. Ю-261. Два, шесть, один. Съели. Идем. Мы должны отключить главный блок управления. Насовсем. Это куда? Вырывай нахрен с мясом все. Что-то ни хрена, да, не работает этот метод. Второй раз, кстати. Починить пусковые установки. Да. Мы опаздываем. А, поздравляю, мистер Бонд. Вы сумели задержать меня, но не остановить. Без нас вы не справитесь. Неужели? Скажите, зачем мне нужен шпион? Однажды кто-нибудь из них позавидует вам, предаст. Кто убьет его? Кто это будет? Капитан? Пилот? А может быть он? Он явно не принадлежит к вашей высшей расе. Хватит. Он не знает, о чем говорит. Он лжет. Разве? Враг! Атакует! Все к бою. Высшая раса. Занять позиции. Быстро. Уведите их. Кто-то может атаковать в космосе, нахрен. Челюсти, ты знаешь, я прав. Отпусти нас. Джеймс, а вот челюсти, по-моему, погибли, если не ошибаюсь, в воде, где-то там. Ну, то, что электрический провод был, это точно. Ё-моё. Так, так, продолжить. Так, пробел и левый клик, чтобы подняться и опуститься. Так.
тихо, где-то. Так. Не забывайте, у меня еще и такое есть. На, съели. Угу. Подождите, подождите. Блин, даже не знаю, куда мне, наверх или вниз. Так, наверху вроде бы. Линкольн, говорит агент Гудхед. Код красный. За столом, за стулом спрятался, падла. Мы застряли на подходе к шлюзу 3. Нужно, чтобы вы отключили систему защиты. Прием. Слышу вас, Линкольн. Будет сделано. Конец связи. Так. Джеймс, нам нужно добраться до шлюза номер 3 и открыть его. А где он? Я беру на себя шлюз. Ты оставайся здесь с челюстью и охраняй главный пульт. Джеймс, не забудь шлем и перчатки. Шлем и перчатки. Конечно, в космос же выходить, да? Конечно, что, шлем и перчатки. Давление, так, нормализовалось. Господи, какие-то лазеры придумали. Так это все понял. Я почему-то думал, что я за стеклом еще. Да подождите вы. Блин. Так. Отлично. Начинаю процедуру стыковки. Скоро мы присоединимся к вам. Да твою мать, поднимайся. Давай. Побывали в космосе, хватит. Откуда?
На. 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 Все нормально, вот так вот идем. Драк не должен починить эти пусковые установки. Давай. Не должен, не починит. Подождите. Ой. Болты какие-то летают. Пока вроде хорошо. Ускоряемся. Минутку. Да, мое видео, наверное, ни одно не обходится, да, без этого. Но ничего страшного. Извините, но работаю на двух работах, поэтому могу себе позволить хотя бы в нерабочее время чуть-чуть себя побаловать. Имею на это право. Предположим. Так. Ваши усилия напрасны, вам ни за что не остановить меня. Был сверху, теперь снизу.
Давай. Ваши усилия напрасны, Бонд. Переходите на мою сторону. Миссия провалена, ладно. Кто ж знал? Ваши усилия напрасны. Вам ни за что не остановить меня. Еще не поздно, Бонд. Вы еще можете перейти на мою сторону. В этот раз вам повезло, Бонд. Больше этого не случится. Тихо. Ваши усилия напрасны, Бонд. Переходите на мою сторону. Это бесполезно, Бонд. Вы не сможете уничтожить их все. Так, кто где? Вот она. Да тихо. Вместе мы будем править новой цивилизацией. Прекратите, я приказываю вам. Давай, где ты? Мать его. Ваши усилия напрасны. Вам ни за что не остановить меня. Еще не поздно, Бонд. Вы еще можете перейти на мою сторону. Давай. Так. Отправьте подкрепление в пусковой отсек. Это бесполезно, Бонд. Вы не сможете уничтожить их все. Прекратите. Я приказываю. Так. Кто где-то еще? Так, вот теперь заложить бомбу. Нет, что вы делаете? Мы оба погибнем. Ну не надо, не надо вот так. Что? Вы думаете, я сдамся? Вернусь на землю, чтобы низшие существа судили меня? Ни за что. Вы были правы. Еще не поздно. Вместе мы сможем править землей. Не думаю. Править землей. А я и не собирался ей править первоначально. Мне еще куча долбоебов не нужны были. В моем распоряжении. Бежим. Тогда мы бежим. Провал. Задание выполнено. Уровень испытания. Испытание на точность. Провал. Что-то не понимаю, то ли выполнил, то ли нет. А ну, видимо, сделал.
Они мертвы. Патрис на крыше. Я займусь им. Следуйте на машине. Так. Поехали. Джеймс, давай. Я на машине. Ева, доложите ситуацию. Он на связи. 007 будет подписан, мэм. От гранаты подальше. Давай. Над тобой на крышах его люди. На. Осторожно, кажется, они готовят засаду. Ничего страшного. Я сейчас сам засажу здесь. Так, пока нормально. Господи, столько людей нахрен перебито нахрен. Так. И вот здесь вот увеличенный магазин. Ой. Предположим. Так. Блять. Откуда? Джеймс, он спрятался в здании впереди. На. Вот теперь. Так. 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 Джеймс,
Подожди. Сейчас мы вот это модернизируем. Ой, нет. Так. Идем. На какой идем? Бежим. Охренеть. Я же вроде пока справлялся. Охренеть, это из чего так хренака? Вроде как дробовик. Ну, вроде как автомат. Автомат-дробовик. Неизвестно. Ладно, будем посмотреть. А ты ничего, что в доме-то нахрен из РПГ стрелять? У тебя там еще и реактивная струя сзади нахрен. За каким? Мы покуда едем? По домам каким-то, блять. Это что за голливудский блокбастер нахрен начинается? Я что-то не совсем понимаю, конечно, как тут ехать надо. Ну, чувствую, что еду да правильно, нормальным путем-то. Блять, как-то не так, а я еду. Он ушел внутрь здания. Джеймс, я следую на машине. Право. А с чего бы вы в меня влетали-то, ни с того, ни с сего-то? Охренеть. Вы чё, мать его, творите-то? Это херота, блядь. Это после космоса, заметьте. Блять, вообще не то. Вообще не задевать. Так. Начинаешь меня раздражать. Я попытаюсь обогнать его.
Ты-то, блядь, как тут оказался? Чё так это поебота тут? Нахрен. Что-то его не выстрелил. И он почему-то не... Не стреляет почему-то он. Да, а я-то второй раз, а в чё? А в чё нахрен? Пояснительную бригаду мне сюда. Я еду с противоположной стороны. Эй, я на мосту. Да и в рот компот, что ты на мосту. Задание выполнено. С пердячим паром нахуй. Есть. Он в ловушке. Вали ее, козла, он причинил нам много зла. Он сейчас прыгнет, сука. А ведь хотел уничтожить человечество, заметьте. Человечество, сука. А не одного-два человека. На. Где Бонд? На поезде. Что это значит? Бонд и Патрис на крыше поезда. Следуйте за ними. А, вот, это начало, кстати. Где она меня подстрелила. А, кстати, это тогда получается конец. Раз это было в начале, и его сюда показывают. Давай. Господи, я тут какого-то робота играл, нахрен, самурая. Вот где. Охренеть, как это. Трэшевый босс, нахрен. Но суть в том, что когда пару раз ему проиграешь, нахрен, ты потом его на раз-два выводишь. Вот это я понимаю, босс. Там самое главное знать, что ты можешь отразить все удары, все атаки. Пока этого не узнаешь, ты будешь беспомощен. Я впереди поезда, мэм. Каков приказ? Устранить Патриса. Не упустите его. И вот начало игры. Прицеливаюсь. Цель видима? Нет, не могу поразить цель. Они уходят в другой туннель. Стреляйте, черт возьми. Сейчас. Сейчас мне хренакнут. Причем, почему мне-то? А я в реку. Ну, или водоем какой-то там. Я... жив. И это уже хорошо. Да, кот? У меня кот обормот. Вот. Единорожку тебе. Подтверждаем 007. Патрис будет на 67 этаже.
Так, и чё, она меня предала? Она же не предала. Она просто промахнулась. Бонд, вы должны найти и убрать Патриса, прежде чем он выполнит миссию. Подождите, а вот здесь вот что? Вы идете не в том направлении, Бонд. Понятно. Бонд, вы должны найти и убрать Патриса, прежде чем он выполнит миссию. Бонд, поторопитесь. Найдите Патриса. Так. Бонд, спуститесь этажом ниже. Нахрена ли я? Ну, спустился я этажом ниже, и что? Так. Спуститесь этажом ниже. Спустился этажом ниже. Господи, я еще... Ага, во! Бонд, Патрис вот-вот спустит курок. А я-то ни хрена, я его тоже захренакал-то, сколько-то. Что-то это ничего не в счет, да? Вы не туда идете, 007. Так. Да твою мать! Давай.
Да, ё-моё. Твою ж мать. Так, подождите. Так. Так. Мне лучше держать двери открытыми. Опа. Блин, блинский. Блять! Я хотел его вручную одолеть. Такое же тоже возможно. Я так думаю. Вы не туда идете, 007. Блин, сразу что-то провальное. Вы не туда идете, 007. Так. Вот-вот спустит курок. Так. Давай, так, подожди.
Так. Сохраняемся. Граната. На. Ждем. Давай, козлина. Что, убежал, что ли? Вы отстаете 007. Вы должны найти Патриса. Охренеть. Поспешите, Бонд. Не дайте Патрису выполнить миссию. Так. Подождите. Тихо, ну-ка, звук. Подожди, подожди, куда ты, куда, не спеши. Блядь. Прошу прощения. Поспешите, Бонд. Не дайте Патрису выполнить миссию. Подождите. Сушенька, подожди. Так, ждем и пережидаем. Блин. Делай пока то, что есть. Ну, только... Вот, вот и делай ее пока. Поспешите, Бонд, не дайте Патрису выполнить миссию. Так, оставь животину. Он хорошенький. Блять. Вот как так-то? Вот почему эти стекла, блин, то открыты, то закрыты нахрен? Поспешите, Бонд. Не дайте Патрису выполнить миссию.
Так. Есть. Вон оно, что, Михалыч. Так меня там уже нет. Блять, да как так-то? Надо было сваливать куда-то нахрен там. Поспешите, Бонд. Не дайте Патрису выполнить миссию. Так. Патрис вот-вот выстрелит. Так. Так, подожди. Так. На твою мать. Ну так, так прекрасное видео. Ха-ха, блин. Говори. М на связи. Есть новости? Патрис мертв. Хорошая работа 007. Но есть еще незаконченное дело. Ваше ранение. Вы должны знать, я приказала агенту стрелять. Хотя было сложно поразить цель. Мне жаль. Молчи. Вы поступили правильно. Мы все так делаем, чтобы выжить. Хорошо, 007. Мистер Таннер сообщит вам о следующем задании. Прекрасно. Желаю удачи, Бонд. Джеймс Бонд. Ну все. Джеймс Бонд возвращается. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!